Заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев находится с рабочим визитом в Тюменской области. Сегодня на встрече с губернатором обсуждалась тема пожарной безопасности в чрезвычайных ситуациях и исполнения законов в этой сфере. Тему продолжили и на межведомственном совещании. Здесь замгенерального прокурора озвучил недочеты в работе при тушении пожаров. В частности, недостаточное обеспечение лесопожарных формирований техникой и оборудованием. Личный состав тоже оказался недоукомплектован. Было указано на отсутствие минерализованных полос и невозможность подъезда к пожарным водоемам. На совещании разработали меры по повышению эффективности тушения лесных пожаров в регионе.